Совсем недавно Ольга опубликовала у себя на странице в Инстаграм несколько новых публикаций, на которых видно, что она посетила один из хоккейных турниров. Как выяснилось, турнир «Прорыв» проходил под одну из песен Бузовой, а если быть точнее, под хит «Танцуй под Бузову». Во время игры наследник близкоприятельницы Ольги из команды «Крылья Советов» даже забил гол под ее песню. Нужно сказать, что после этого за считанные часы в социальных сетях распространился хэштег «Забивай под Бузову», который буквально стал девизом для детской хоккейной команды. Стоит отметить, что Ольгу очень порадовала новость о том, что ее хит продолжает пользоваться такой популярностью даже среди профессиональных спортсменов. Впрочем, не все интернет-пользователи оценили новый хэштег, который продолжает распространяться по социальным сетям. По мнению фолловеров, мир сошел с ума. Читатели убеждены, что брать лозунг «Забивай под Бузову» является очень глупой выходкой.